Так, снова здравствуйте. Сегодня мы поговорим про один день бомжа. Точнее, что с вами может произойти, с каждым из вас. Любой абсолютно человек может оказаться в чужом городе без средств к существованию. Отстали от поезда, украли багаж, все что угодно. И обратимся к специалистам, бушкрафтерам, к бомжам. Ну, их, конечно, калечит немножко другое, то, что они бухают, наркоманят и прочее там, да? Мы-то здравые люди, и у нас есть спецподготовка. Давайте посмотрим, что да как. Вначале я накидал небольшой план. За сегодня я отработаю следующие версии. Первое, что я нашел, кстати, это ягоды около своего дома. Пирус, вишня и яблоки. Они уже поспели в июле. Слегка перекусил, так сказать. Дальше у меня план следующий. Обойти помойки крупных торговых центров, многоэтажек, и там, где бачки стоят, и рестораны. Посмотрю, что там можно найти. И буду вообще прикидываю, уже сейчас понимаю, что нужно будет очень много общаться. Опрашивать таких же бомжей. Просто общаться с людьми. Много ходить пешком. Дальше. Наблюдаем за попрошайками. Вообще постараюсь эту тему зацепить, потому что в этом направлении очень хорошо тренировали разведчиков, потому что заработать деньги, попросить деньги, найти где-то что-то вот, в чужом городе, особенно не зная языка, например. И, соответственно, посмотрим, сколько они получают прибыли в день. Дальше. Пройтись по магазинам дешевым, ну или супермаркетам, и посмотреть, что там дешевое. Потому что, ну, имея, грубо говоря, там какие-то денежки минимальные, да, что я могу купить? Потому что у меня нету ничего вообще, ни рюкзака, вот прям так, карманы пустые, документов нету, телефона нету, ни ножа, ни вилки. Надо будет, речка мне нужна будет, мне нужно будет ночлег, горячая еда, какое-то снаряжение там, да, одежда. Уже, кстати, вот нашел рибок, надо ее постирать. И пчушка вообще огонь. И, собственно, попробую сделать серию видео таких, посмотрим, что из этого получится. Мне, по крайней мере, интересно. Вот В Сафари, в принципе, можно набрать пакетики. Вот такие вот. Шоколадочки 30 рублей. Вот, выбор довольно неплохой. И вот, ну, в принципе, не сильно дороже, чем в Атаке, на самом деле. Там те же сухарики, БПшки, вот, если уж как край. Но я говорю, если есть время и возможность, лучше сварить себе кашу. Вот, и вот, собственно, сразу заходим за торговый центр. Что мы здесь видим? И вот сотрудники выносят вон в баке мусор. Тут идет разгрузка картона. Картон невыгодно сдавать, потому что рубль килограмм. Вот. И вот сюда частенько под вечер выставляют даже коробки с бананами старые, какие-то вещички можно посмотреть. Плюс рядом есть еще одна. Но перчаточки могут пригодиться, да? Вот еще одна свалка. Это с кафе ресторанов. Вон даже столик какой-то тут. Вот, чего только тут нету. Тут, конечно, вот прям свалка-свалка, а там вот периодически что-то интересное появляется. Обойдем. Вот, потому что здесь рядом еще два ресторана, и вот у них одна мусорка. Вот. Но в ресторанах лучше сходить, попросить так, там, если что-то остается у нас кафе. Вот, поваров под вечер, под закрытие. Хотя там сейчас они, ну, сами знаете, да, то есть шашлык идет потом в суп, колбаса тоже обжаривается, становится как новая. Поэтому, вот, ну, просить в ресторанах, не знаю, насколько эффективно,
Вот, хотя бывают добрые девочки иногда. Я видел, дедушек подкармливают, которые такие бродячие. Итак, подведем итог нескольких заходов в разные магазины. Был в Ашане, в Спаре, прошел несколько помоек и был на рынке. К сожалению, с утра, да и сегодня суббота, была закрыта аптека, одна из самых дешевых, поэтому у меня нету аптечки. Итак, чем разжился? Буквально все про все рублей 300 заняло. Везде ходил пешком, приходится много ходить пешком, чтобы экономить на проезде. Взял сахар рублей 35, взял вот такую БПшку, останется посуда, чтобы есть, очень легкая. Приходится все носить с собой, вот, либо делать схроны. В Спаре взял бесплатных вилочек-ложечек, купил на всякий случай вот такие БПшки, 14 рублей стоит печенье, дешевый чай тоже рублей там в пределах 20. В Атаке взял за 10 рублей зажигалку, взял скотч, потому что разжился пакетами мусорными вот такими, их я не покупал. Нашел их в парке, они стояли под мусор, но практически пустые были все. Из них я могу сделать какое-то укрытие. Также взял семечки, чтобы так, сухомятка, да, и вот такие за 6 рублей вот, пакетики супа разные. Соответственно, разжился в Спаре вот такими пакетиками. И взял в Атаке еще шампунь за 14 рублей, не буду показывать марку. Также нашел веревку для сушки белья, строительства укрытий. Здесь вот кружка, но ее поначалу можно заменить любой консервной банкой чистой. Купил детскую тетрадь с карандашом, чтобы вести пометки, записи телефонов, непосредственно зарисовка типа план местности, карта для себя. На рынке сторговался, короче, взял драный вещмешок, вот он сзади дырявый, за 150 рублей. Так он тоже что-то в пределах там 300 рублей новый. Еще чем разжился? Взял, нашел такой кусок органики, строительные перчатки и отрезал кусок вот такого вот, кусок чистой ткани. Это чтобы тоже типа полотенца, вытереть руки, протереть там снаряжение, то есть расходная тряпочка. Она небольшая. Это не все. То есть хочу еще зайти вот в аптеку. В фикс-прайсе я надеюсь найти что-то типа фонарика и мультитула дешевого, может ножика какого-нибудь. Хочу еще зайти в Военторг, потому что знаю, что в Военторге рублей за 250 можно купить плащ-палатку. То есть это и укрытие, и одеяло. Сейчас, правда, на улице тепло. Ну как тепло? 16 градусов. То есть все равно надо какое-то укрытие, костер. И, соответственно, сейчас пойду дальше. То есть собирать вот это снаряжение. Пока, в принципе, все легкое, не тяжелое. На сутки у меня есть питание. Даже вот чайкат у меня вообще с сахаром теперь. Чуть ли не на 2 недели. Вот, экономлю, пакетик чуть ли не на 3 раза заваривать придется. Собственно, дальше буду собирать, смотреть, что есть дешево. Но вот, к сожалению, говорю, не сходил в аптеку, была закрыта. Ну, продолжаем сбор. Итак, забыл еще сказать, что в Атаке я купил вот такие баночки. В них я положил соль. Она стоит тоже там 7 рублей. Большую часть соли мне пришлось спрятать, потому что ну, тяжело таскать и столько не надо. И в туалете Спара надрал бумаги, короче, туалетные. То есть вытереть руки, там салфетки, что-то еще просто положил в кармане. И как вы видели из видео в Спаре, я купил шоколадочки. Часть я уже просто съел, прям, кстати, очень вкусные. Положил НЗ. Не забываем откладывать НЗ. Как деньги, так и немножечко еды. Вот. А сейчас пообщаемся с одной девушкой, которая долгое время изучала тоже мир попрошаек и с детдомовскими крутилась, то есть большой опыт. Зададим ей несколько вопросов. Итак, хотел задать тебе несколько вопросов для нашего канала. Расскажи свой опыт в плане
общение с попрошайками. У вас, конечно, то, ну, играет роль то, что вы дети до, ну, там, от 10 там, до 15 лет разные. Сколько в среднем один попрошайка такой зарабатывает, ну, там, за день, грубо говоря. Ну, понятно, что он там не весь день работает. Ну, хоть какая-то сумма. Вот. Рублей 500. Можно, если хорошие люди попадутся, то до 2000. То есть, чем крупнее город, естественно, тем больше. Да. Где в основном вы собираете? Ну, в Макдональдсах. Макдональдсах, да? А там, ну, вот вокзалы там, или какие-то там рынки, торговые центры? Нет. Нет, такого нету. А было такое, что еще еду там вам предлагали, где-то давали, просили вообще? Мы и на еду просим. То есть, в основном просто...